Друзья, вновь в эфире ProdExpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, расскажите, какую компанию представляете. Меня зовут Ольга Савушкина. Я являюсь основателем школы категорийного менеджмента Катманду. Мы все живем в ситуации обилия информации, быстрых изменений и, соответственно, необходимости постоянного обучения. В рамках школы категорийного менеджмента мы предлагаем и ритейлерам, и производителям очень интересную тему, которая связана с самой главной задачей розничной торговли – это категорийным менеджментом, то есть управлением ассортиментом. По моему опыту, личному опыту работы в ритейле, я более 20 лет в корпоративном бизнесе, могу сказать с уверенностью, что знать и применять это не одно и то же. Поэтому в школе категорийного менеджмента у нас большой фокус именно на то, как внедрять категорийный менеджмент. Именно этим мы помогаем. В этом мы помогаем категорийным менеджерам сетей, производителям освоить эту методологию и постараться применить все эти полученные знания. Расскажу о трех форматах, которые есть в школе Катманду. Первое – это, конечно же, онлайн-формат. Наиболее популярный – это курс категорийный менеджмент интенсив. Короткий, доступный, но с живым общением и с практикой. В основном он очень интересен. Как минимум 70% участников у нас – это руководители компаний, собственники, коммерческие директора. И 30% участников – это категорийные менеджеры, это закупщики или менеджеры по продажам от производителей. Формат очень интересен тем, что это общее обучение, совместное между сетями и поставщиками, что дает на выходе очень хороший эффект. Второй формат в школе – это, конечно же, корпоративный формат. То есть мы проводим корпоративное обучение. Ну, например, производители хотят обучить команду менеджеров по продажам, которые работают с сетями, называются они КАМы, как мы знаем, логики, которые используют байеры в своих розничных сетях для построения ассортимента, обучить и дать им возможность понять, как мыслит закупщик в розничной сети. Это формат, конечно, для них. Ну и третий формат – это для тех, кто уже является продвинутым категорийным менеджером, то есть уже имеет базовые знания об этом подходе методологии Катман, и, соответственно, хотели бы либо обновить информацию, либо узнать, какие виды анализа на сегодняшний момент наиболее эффективно позволяют выявить точки роста категорий. Соответственно, у нас есть на эту тему курсы – это аналитика Катман 2.0, которая наполнена большим количеством практических задач. И второй курс – это ценообразование. С удивлением узнаю, когда я консультирую региональные розничные сети, что во многих компаниях даже не прописана ценовая политика. Нет понимания, как разделить ассортимент на ценовые корзины. Не используются такие ключевые метрики ценообразования, как прайс-индексы или ценовая эластичность, регулярная эластичность, промо-эластичность и так далее. Соответственно, нет понимания, как тактические действия закупщика или категорийного менеджера отражаются на бизнесе. Это очень плохо. Я со своей стороны изучила все, что есть по теме категорийный менеджмент в мире, и даже прошла сертификацию Катман 2.0, и, собственно, этим делюсь в рамках школы категорийного менеджмента. Поэтому приглашаю всех присоединиться к нашей замечательной команде профессионалов в ритейле и не только изучать, читать про Катман, но и делать Катман вместе с нами. Нас легко найти. Сайт школы называется katman-du.ru. Спасибо большое, исчерпывающе, я надеюсь, друзья, вы все запомнили адрес, и будем становиться все умнее и умнее, и внедрять новое в свой бизнес. Спасибо огромное. А мы вам поможем.